сегодня мы сходим посмотрим Dreamland. Пойдемте. Здесь мороженое продают. Здесь надо очень быть аккуратным, потому что можно все развалить. Ведь это все из картона. Здесь это, по-моему, маяк. Сейчас мы с вами пройдем картонный лабиринт. Я там уже ползала. Я, наверное, уже забыла. Посмотрим. Я вот сюда, вот. Потом сюда. Опа. Я буду специально ползти медленно. А куда теперь? Вот туда, туда и туда. Ползем прямо. О, правильно. Я помню, где-то вот здесь я в тупик зашла. По-моему, здесь. Да. Да. Филя, хватит меня пугать. О, вот тупик, это тот самый. Пойдем дальше. Опа. Я финишировал. Мы прошли лабиринт, вот и выход. Ну, пойдемте дальше. Сейчас я вам покажу машинки. Вот машинка 45, смотрите. Ну, сейчас я покажу сцену. Ну, и вначале. Это гоночная машинка. Сюда можно вот так вот залезть. Есть. Вот руль. И мы едем. Ой, посидеть можно. Опа. Тут дерево картонное. Еще одна машина. Ну, давайте зайдем в этот Dreamland. Давай, Dreamland. Я начну с угла, чтобы было интересно. Ну, начнем с угла вообще-то у меня. Пойдемте обратно. Такой мастерский. Ну, у тебя все будет. Тут дерево и вокзал Dreamland. Вот на этом поезде я в этот город и приехала. Смотрите, дверца. Открывается, интересно. Нет, она не открывается. Жалко. А вот машина, по-моему, продает пончики, что ли? Вроде как да. Давайте сейчас поедем на этой машине. Вот, чемоданчики даже есть. Я еду. Ой. Вот. Надеюсь, он большой. Я весь город не обходила. Вот, смотрите, тут лезать нельзя, тут тоже место для фоток, типа. Ну, типа, да. Сейчас, вот здесь тоже вокзал Dreamland, такой же, как и с другой стороны. Вот. Я сейчас вам покажу кое-что. Сейчас. Я сейчас вам покажу Лондонскую башню. Вот, она очень большая, поэтому я достаточно далеко отошла. Вот, это часы лондонские, английские. Ну, может в магазин зайдем? Посмотрим. Давайте посмотрим, что здесь. Тут фонарики картонные. Здесь что? Смотрите. Здесь видите дырочка. Давайте сюда пройдем. Это все интересно. Тут хорошо в прятки играть. Тут реально хорошо в порядке играть. Ладно, давайте вылезем. Короче, я здесь сейчас стояла. Давайте обходим вот эти
крыши картонные. Идем дальше. Алло, тут кафешка должна быть. Пойдемте покушаем, а то я уже устала. То на автобусе их ездили. А, ну тут магазин, оказывается. О, а тут машина, на которой мы сейчас поедем в кафе. Садимся. Мы приехали. Ой, вылезаем. Тут, кстати, какие-то манекены в магазине стояли. Вот мы возле кафе, и можно пока дальше до кафе, нам надо доехать на вот этом велике картонном. Садимся. Тут лавочки, где можно отдохнуть. Вот, вокзал, кафе и костюмерная. Вот, потом мы зайдем в кафе. Кафе. Потом мы зайдем в костюмерную. Тут дерево. А тут окошки, и тут посетители выглядывают. А вот здесь... Ну, тут тоже такие. О, фонарь, ля-ля. Фонарь, ля-ля. Ладно, пойдемте дальше. Костюмерную. Дошли до костюмерной, я-то думала, что это такое, а это оказалось шляпка, моднявая шляпка. Сейчас подойдем к зеркалу и наденем эту шикардосную шляпку. Ну как, я нравлюсь. Ладно, давайте положим ее на место. Тут цветки какие-то, наверное, лежат. Тут костюм. Я уже это все примерила. Я только шапки вам покажу и одно платье. А все остальное, когда я буду монтировать, я вставлю фото. Еще эти фото будут в Инстаграме. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Давайте платье вот это примерим. Красиво. Эти принцесски. Ой. Застряла. Ладно. Сейчас я еще раз покажу. О, вот я одела платье. Сейчас корона. А, вот она. Корона. Одеваем. Ну вот я такая какая-то. Давайте положим все на место, а то ругаться будут. Если мы на место не положим, мы с тобой. Ну, вот эти шляпы. Давайте мы тут еще шляпу вымерим. Ну ладно, все остальное не будем уже мерить. Тут интересное. Гардеробная, если это гардероб, я уже не помню. Да, это костюмерная. Ну, мы, походу, все что ли тут? Жалко, наверное. Жалко мне. Если честно, такое ощущение, что тут не Dreamland, а Dreamland, потому что тут никого нету. Ну ладно, выходим. А где тут выход-то? Блин, а где тут выход? Хозяйка! Может, там охранник, что туда не полезла.
потерялась, кажется. Там костюмерная. Ну ладно, мне походу надо выходить срочно. Пока.